Боевое искусство на основе методов оздоровления и саморазвития включает в себя жесткие внешние практики стили рукопашного боя и боевых искусств на основе ударной борцовской техники, болевых удушающих приемов, рукопашного боя с оружием, ножевого боя, метания ножей, работа с подручными средствами, физическая подготовка, развитие скоростных, взрывных, силовых качеств, бег, подтягивания, отжимания, кроссфит, сдача зачетов за единицу. Это более жесткий подход, рукопашный бой по системе спецназ. Второе направление, более мягкое направление, направление поэтапного, медленного, гармоничного развития от простого к сложному. Система «Космос». Комплексная система методов оздоровления и саморазвития, физической культуры, сложно-двигательно-координационного навыка, ловкости, гибкости, гибкость в теле, в гибком теле гибкие мозги и отсутствие энергоинформационных зажимов, постановка сложно-двигательно-координационного движения, маятникового стиля, переход от нестандартного мышления линейного к объемному целостному движению, сложно-двигательному координационному навыку, работа в пространстве, в трехмерном, во времени и на основе движения, мостик между материалистами и идеалистами, между сознанием и материей, между научной магией и эзотерическими искусствами. Ответы дает квантовая физика. Атом – мельчайшая частица, которая имеет ядро, электроны. Так вот, атом, оказывается, еще энергию испускает и принимает как приемник, как чакры. А чакры – это те же самые антенны. Есть более нижние уровни, физический и материальный мир, и более тонкий духовный мир. И вот учение космоэнергетики на основе квантовой физики, а квант – это дискретность передачи энергии малыми дозами или же прием энергии, и торсионных полей, кручения в пространстве и времени, то сознание меняет материю. Этот подход для людей, которые встали на путь саморазвития, для которых открывается истина, как мало они понимают в окружающей жизни, в других людях и в окружающем мире. Учение о микро- и макрокосмосе и техника бесконтактного боя – это новый подход энергоинформационного развития. На основе философии мы стараемся уйти от боя. И высшая философия – лучший бой, не состоявшийся бой. И когда уже физические или другие методы не работают, включаются внутренние ресурсы, резервные возможности организма, взаимодействие на уровне фазово-резонансных частотных характеристик четверть конечностей и работа на более высшем форме мысли, формы, сознания, информационная материя, информация, считывание сигналов опасности, интуиции и воздействия. Изучение начинается от простого к сложному. Построение и разрушение движения человека на основе биомеханических основ. Подключается психофизические, психология прикладная, методы НЛП, гипноза, воздействие на сознание человека, подстройка, копирование, ведение, встраивание в плоскость, техники дистанционного манипулирования. Но обучение происходит тех людей, которые встали на путь гармонии с самим собой и окружающим миром,
и техника скрытого психологического воздействия, чтобы она не стала манипуляцией, не должна нести эгоистическое начало причинения психического и материального вреда и насилия над другой личностью. Это должно быть как исследовательская, научно-исследовательская работа или же техника скрытого переключения внимания, чтобы ребенка оградить от негативных поступков, или же женщина мужчину направляет в нужном направлении, а может быть доктор-врач использует методы психотерапии, отказ от вредных привычек. Это тонкая грань между добром и злом. И переход от физического, биомеханического, физиологического, в дальнейшем психологического на энергетический уровень, в дальнейшем информационный. В технике бесконтактного боя существует три подхода. Первый – древний подход. Искусство – великое зарождение энергии. Познание энергии, развитие энергии и управление этой энергией. Этот метод на основе учения о энергетических каналах и меридианах, чакры, меридианы, методы рефлексотерапии, различные дыхательные энергетические практики. Это пять элементов – дерево, огонь, земля, металл и вода, а также пять стихий – вода, огонь, воздух и эфир. Эфир является еще с древних эзотерических учений невидимой частью, или же это космическая энергия, которая нас пронизывает. Обучение по системе «Космос» проходит с теми людьми, как говорят, когда ученик готов, появляется учитель. Три уровня – управление самим собой, управление другими людьми и управление событиями или же изменение реальности, когда наше сознание влияет, воздействует на материю. И современными учеными доказано, что, оказывается, существует уже частичка Бога, эта частичка находится в каждом из нас. Кто-то воспринимает бесконтактный бой как квантовую физику или торсионные поля, это лжеучением, лженаукой, что это аферисты и мошенники. Но кто-то воспринимает по-другому. Истина где-то рядом. На вопрос, почему техника бесконтактного боя, а что это такое? Это воздействие, в первую очередь психологическое и в дальнейшем энергоинформационное. Воздействие сознания на материю. Почему оно не всегда работает? Ну, не всегда воздействие в том же в гипнозе происходит на других людей. Хотя 100% людей подвержены воздействию. Все будет определять ситуация, время, место, состояние одного или другого человека. Находясь в состоянии стресса, в состоянии ярости, гнева, эмоций, человек более подвержен воздействию. В более безэмоциональном состоянии или у человека, у которого есть духовная защита, это очень сильный духовный человек. Или же это сильный спортсмен на физическом уровне, он закрыт, он, конечно, менее подвержен. Второе. Воздействие есть открытое и скрытое воздействие. На открытом методе очень тяжело решить вопросы. Мы раскрыли карты, человек закрылся и насторожен. И он знает ваши действия и намерения. Второй подход, когда человек не знает, это скрытый подход. Воздействие на тело, воздействие на сознание и работа по разным уровням. Это комплексная система и система многоуровневая. Мы никому ничего не доказываем и не объясняем, так как в свое время было доказано на самом высшем верхнем уровне бизнеса, политики и силовых структур. Система преподавалась лично мною и заслужила признание в самых элитных спецподразделениях нашей страны, в Центре сил специальных операций. На сегодняшний день там преподают мои ученики эту систему, и система преподается обычным людям. Мы разделили систему на систему спецназ для людей
и спецподразделений армейский и полицейский рукопашный бой, на русский стиль, традиционное боевое искусство в области оздоровления и саморазвития, и интегральные методы для тех людей, которые никогда не занимались боевым искусством, и их пугает слово «спецназ», это система «Космос». Расшифровывается «Космос» по буквам аббревиатуры. Комплексная система методов оздоровления и саморазвития. Кто-то с боевых искусств, спорта приходит к методам оздоровления и саморазвития, а другая часть населения, занимаясь методами оздоровления и саморазвития, понимают, что достигнув материального благополучия, семейного благосостояния и развив свое здоровье, у них нету безопасности. И всегда находятся люди, которые хотят отнять. Космос – это также древнее эзотерическое учение, философское учение о космоэнергетике, о микрокосмосе и макрокосмосе. Это учение о внутреннем мире и о внешнем мире. Это взаимосвязь человека, его внутренних систем с его внешними системами. И весь мир пронизывает космическая энергия. И я имел отношение к космическим войскам. И там, где я нес дежурство, было табло «График отслеживания НЛО». Поэтому мы предоставляем право выбора трех направлений: оздоровление, саморазвитие, боевые искусства. Приглашаю вас на семинары, тренинги. Каждый найдет для себя, как на начальных этапах с нулевого уровня, так на уровне мастерства повышения квалификации. И методы энергетического, психологического, информационного и духовного развития и воздействия на других людей – это более высокий уровень. Всем спасибо.